Муж с женой как-то вечером лежат, отдыхают. И жена вдруг спрашивает: «Дорогой, а вот если я умру, ты женишься? Что ты придумываешь? Вот это вот, как всегда, что-то какую-то глупость как сморозишь. Ну скажи, ну если вот так случится, меня не станет, ты женишься?» «Ну, если честно, я еще молодой, женюсь. И она будет красивая. Скажи, и вы будете жить в нашей квартире?» «Да, ну а как еще? И она будет ходить каждый день туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда?» «Ну да. И вы будете лежать на этой кровати вдвоем? Она будет лежать рядом с тобой?» «Слушай, ну а как еще иначе-то? И она будет водить мою машину?» «Ну, вот с этим не получится, у нее прав нет».